Напомню, авария произошла сегодня ночью. Экскурсионный автобус, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем в районе поселка Молькино. В результате ДТП 6 человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинские учреждения. Вениамин Кондратьев поручил Краевому министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Кроме того, подготовлены места для временного размещения остальных пассажиров автобуса. В экскурсионном автобусе находилось 30 человек, из них 2 водителя. Детей в автобусе не было.